Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Fallout 4. Сейчас находимся на нашей базе последней, которую развиваем. Это стройплощадка. И мы поменяли нашего путника, попутчика на Котсворта. От Котсворта мы еще не получили никаких скиллов, поэтому я его выбрал. И сейчас мы с вами будем направляться на станцию Рентальф-1. Забрать закладку. У нас задача. Давайте туда выдвигаемся. Вот здесь она находится. Как бы нам туда пройти, так чтобы попасть и не пройти через Банкер Хилл. Так. Давайте вот здесь вот так вот пойдем. Здесь сейчас, наверное, на нас нападет коготь. Ну, посмотрим. Традиционно ждем загрузки, традиционно с изображения Пип-Боя. Почему-то начинается, не знаю. Так, нам вот так вот надо пройти, так, и вот сюда. Ну, пошли. Там вот чья-то крепость стоит, мы ее обойдем, я думаю. Нет, не удастся обойти крепость эту. Придется бежать перед ней. Так, перекрыто здесь все. 80, 70, 66 метров в ту сторону. Давайте посмотрим. Отлично. Почти дошли. Вот она, закладочка. Давайте забираем ее. Уничтожить врагов. Инфа. R. Вот сюда нам надо попасть будет. Наверное, через Jamaica Plain пойдем. Портируемся. Jamaica Plain has such a lovely ring to it. Shame the town doesn't live up to it. Да, Котсворт, я с тобой абсолютно согласен. Нам надо двигаться прямо. Так, пересечь нужно будет вот тот разломанный мост. Перпендикулярно, да, и дальше пройти. Так, нет. Вот так. И даже чуть туда. Ну, давайте вот здесь вот по этой уклучке пробежимся. Вот здесь вот вроде похоже на проход. Двухэтажный мост, которых в России, к сожалению, не хватает никак. Так же, как и вообще дорог. Так, приблизительно в правильном направлении идем. Тут какая-то крепость, кстати. University Point. Слушайте, а это город, похоже, потому что здесь стены какие-никакие.
Так, вот сюда нам пройти надо. Так. Дальше что? Дальше здесь всех убить надо, да, я так понимаю? Тут компьютер есть, смотрите. Давайте его заюзаем. Каталог студентов за 2077-78 год. Зачисленные студенты. Ух ты. Системная ошибка. Каталог поврежден. Хорошо. То же самое. То же самое. Так. Ну, странно, зачем размещать эту информацию, если повреждено, или же мы как-то можем это отремонтировать. Так, а магистратуру? То же самое. Ха-ха. Забавно. Давайте уж все пройдем. Опа! Смотрите. Средний балл. Все дела. Дата рождения. Так, а здесь тоже есть. А здесь опять поврежден. Почему-то только нам показали два имени. Может, еще что-то есть? Архивы. Угу. Все потеряно. Ну ладно. Я думаю, что какую-то роль это сыграет еще. Возможно, узнаем, какую. Так, кофейник. Возьмем кофейник и телефон. Так, что здесь у нас? Сложные двери открыть. Ох ты, смотрите, тут яйца то ли болотников, то ли, в общем, ничего хорошего. Ничего в этом хорошего нет. Ладно, хотя бы приблизительно поняли, с чем будем искать, иметь дело и кого будем искать. Ой, Синт, привет. Все нормально. Я надеюсь, нам синтов перебивать не потребуется. Yes. Патрончики забираем. Это мы любим. Так. Сложная дверь. Тут еще компьютер. Терминал Жак. Мой дневник. День рождения мамы. Вчера был день рождения мамы, мы с папой положили цветы на ее могилу. Он рассказывал разные истории про нее, и я сказала, что уже не помню, как она выглядела. Он ответил, что это нормально, но потом я услышала, как он плачет в своей комнате. Я больше этого не выдержу. Пойду собирать материалы в затопленном секторе. На прошлой неделе в компе сдох второй жесткий диск. Может, там я найду новый. Сильви еще сказала, что в ее машине дурит сетевой порт. Неплохая находка. Похоже, папа уже не плачет. Надеюсь, он не понял, что мне удалось пробраться туда самостоятельно. У меня уже и так хорошо получается. Болотники меня совсем не замечают. Найти запасной порт для Сильвии не удалось. Зато удалось вытащить жесткий диск
из большой консоли в одной из аудиторий. Кажется, какие-то данные на нем сохранились. Сначала я посмотрю, что на нем, и только потом отформатирую. Кто знает, может, найду что-нибудь интересное. Есть. Ох, вот эта история. Мне удалось вытащить часть данных с диска. Похоже, это какие-то исследования эффективности реактора. Часть информации повреждена, но, возможно, я смогу добыть ее где-то еще. Помимо... Мимо проходил караван, и я подумала, что торговец может оценить мою находку. Он сказал, что за такую штуку кто-то может уплатить несколько сотен крышек. Мы с ним договорились поделить прибыль 1:3, если он найдет покупателя. Теперь надо понять, как добыть остальные данные. Ох, мне не удалось найти данные. Болотники снова начали откладывать яйца. И что еще хуже, папа только что вернулся с совещания совета и каким-то образом узнал, что я веду поиски в затопленной области. Он все запер и сказал, что запрещает мне заниматься сбором сырья. Мне захотелось рассказать ему про данные. Он немного меня послушал, но затем вдруг стал вести себя странно. Приказал отправиться в свою комнату и не выходить, пока он все не уладит. Что же это творится? Что я наделала? О боже, что теперь будет? Все в городе пишут мне сюда, идет институт и спрашивают, не моя ли это вина. Кто-то даже обвинил меня в том, что я синт. Наверное, кто-то узнал про исследование, связанное с реактором. Но ведь они же еще даже не завершены. Папа сказал, что это, наверное, был какой-то жулик или рейдер, который пытался нас обмануть. Но я не знаю, а что если это действительно институт? Нужно как-то пробраться туда и найти информацию. Ретранслятор почты. Жаклин, я серьезно, никакого собирательства, пока ситуация с советом не уляжется. Я понимаю, что людям страшно, но мне кажется, человек, с которым обращался мэр, аферист института, давно уже не проявлял себя. С какой стати им сделать это сейчас? Я пытаюсь успокоить местных, и мне кажется, у меня достаточно поддержки, чтобы сегодня на голосовании все уладить. Я на тебя не сержусь, но я прошу тебя сидеть дома и пока ни во что не вмешиваться. Люблю тебя, твой папа. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Институт уже несколько лет ни на кого не нападал. И вы, тупые недоноски, решили, что мы про него просто сказочки рассказываем. Ну вот теперь он нас всех убьет. Ты хоть раз об этом подумала, сучка? Твой отец сказал, что у тебя нет данных, которые им нужны. Но если это так, то может ты на самом деле работаешь на институт? Удаленное сообщение. Не выходи из дома, это не твоя вина, что произошло, сука, синтетическая. Я не собираюсь за тебя умирать. Дистанционное управление дверью. Закрыто. Пока не будем открывать. Воспроизвести запись. Okay. Излечила запись. Так, давайте прослушаем разные голозапись Жак. And thought I'd see what a traitor would pay if I found it. I had no idea that the Institute would be after any of this. And now the whole town is in trouble. I know you told me not to worry. But I just know that the town is going to vote to throw us out, or worse. I wasn't lying when I said I didn't have the data, despite what Mr. Owens and his cronies think. That's why I have to go back in. I know the key is in there. I just need to put the pieces together. It's something with that professor. If I can find it, maybe I can give the Institute what they want, and they'll just leave us alone. Так, ну понятно. Хорошо, чё, давайте открывать дверь. Открыть дверь. Ну, в общем, понятно, их выгнали или убили. А, вот она, дверь. Открыта.
Ух ты. Так, теперь осталось болотников найти. Здесь закрыто. Ну вот, Котфорд вышел. Пошли дальше. Нам синты помогут. Что-то у нас пушка какая-то слабая стала, вы заметили? Уже не в первом бою, как-то она тяжело себя ведет. Так, чудо-клей, медальоны. Что здесь у нас? Здесь мы уже были. Это мы сюда прошли. Опять яйца. Я не могу понять, если здесь только синтов, почему они до сих пор болотников не перебили? Да, уж очень увлекательно. Я с тобой абсолютно согласен, Котфорд. Давайте поднимаемся. Что тут у нас? Компьютеры. Здесь ничего нет. Хотя нет, почему? Давайте здесь поднимемся. Так, часы, изолента. Молоток себе оставьте. Куча барахла. Confirmed.
Reporting status. All functions normal. Проектор. Опять люди тут какие-то. Сохранить. Слушайте, ну я, честно говоря, в затруднении. Что же делать-то нам? Неужели всех этих перебить? Уничтожить врагов? А, зачем мы сюда вышли? Так, ладно, давайте сюда зайдем. Вот там целый компьютер. Вроде как записка Жак, патрон, стимулятор, чипсы. Записку Жак давайте почитаем. Записка Жак. О боже, институт здесь. Я слышу звуки драки на улице. Пап, я поняла, где находятся данные, но боюсь, слишком поздно. Прости меня, Жак. Так, давайте... О, ядерная бомба. Ретранслятор почты университета. Ух ты, работа в лаборатории. Я слишком долго вчитывался в ваши слова по поводу дня рождения Лесли. Отличная мысль, но мы начали встречаться не так давно, поэтому пришлось подсмотреть дату в базе данных студентов в деканате. Только ей не рассказывайте. В общем, я, пока я там был, подслушивал, что на этих выходных декан Паттерсон идет на встречу выпускников. Так что он вам мешать не должен. До встречи в субботу. Я тебя поймал, гад. Думаешь, я не заметил, как часто ты навещаешь студенческий кредитный союз? Конечно, это чистой воды совпадение, что тебе нужно достать что-то из сейфа исключительно в смену твоей студентки, мисс Мэтьюс. Думаешь, я не узнал бы, что вы с ней часами торчите в этом сейфе, если не расскажешь, что именно ты там строил и чему посвящено твое исследование? Я немедленно обращусь в прессу и полицию. Я понимаю необходимость секретности, сэр, но вам не кажется, что мы могли бы намного больше успевать, если бы вы позволили нам с Лесли вести исследование без вашего личного присутствия? С того несчастного случая прошло уже несколько недель, и вы сами сказали, что дело было в предохранителе. Лесли сказала, что видела вчера, как декан ходит за вами по пятам. И если он постоянно за вами следит, работать будет сложнее. Полковник Розмунд, кажется, был настроен очень серьезно, когда говорил, что исследование надо завершить как можно скорее. Черт возьми, Стюарт, вы просто... Так не отвертитесь. Этот полковник Розмунд, от которого мне, по вашим словам, требуется разрешение, так же невыносим, как и вы. Я отправился к нему, а он заявил, что ваше исследование засекречено, а потом меня выпроводили с базы. Вы думаете, вы такой умный, но я-то знаю, что он один из ваших бывших армейских дружков, и он вам просто помогает меня дурачить. Поверьте, я обращусь к юристам. Мистер Кэмпбелл, во-первых, я не давал вам разрешения называть меня по имени, я декан, советую это запомнить. Во-вторых, мне сообщили, что пока я был в отпуске, вы и некие военные офицеры вели несанкционированное строительство в подвале административного корпуса. Это абсолютно неприемлемо. Требую немедленно объяснить, что это означает и какова тема вашего исследования. Мистер Кэмпбелл, мне стало известно, что с вами связались военные по поводу вашего исследования. Этим университетом управляю я, и у меня есть право знать и утверждать все исследовательские программы. Я знаю, что вы пользуетесь уважением коллег, и контракт
на котором мы с вами подписали в прошлом году, гарантирует ваше пребывание в должности. Однако не советую что-либо от меня скрывать. Сегодня я уезжаю в отпуск, но я вернусь через 2 недели. К тому моменту ожидаю от вас полного отчета по вашему исследованию. Вот так вот. Исследовательские записи. Последняя запись по энергетическим исследованиям. Серьезно, Алан, ты теперь и в моем терминале роешься? Я же сказал, что мои исследования засекречены. Прекращай быть жалким червяком и не лезь не в свое дело. Плавные лекции. Так, стоп. Ну, собственно говоря, в этом компьютере вообще ничего нет, на мой взгляд. All systems nominal. Так, вот там, кстати, подъем есть наверх. Стоп, 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 нет! Так, то здесь мы вроде как все обещали. Выход. Ну, смысл-то этого задания в том, чтобы всех перебить, и болотников, и роботов этих. Но если мы их начнем убивать, то мы, наверное, потеряем доверие данной фракции. То есть мы должны, типа, сделать выбор. Что ж, давайте сохранимся, посмотрим, что будет, если мы начнем атаковать их. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Стимулятор. Броню мы зря взяли. Так, здесь мы все разобрали. Еще где-то синты должны быть.
На этом этаже где-то должна быть. Так, а что квест-то говорит? Уничтожить врагов. Нет, 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 черт. Ладно. Упали, так упали. Чем мы сюда опять попали? Чё ж ты присел, дружок? Так, давайте симулятор примем. Где-то здесь еще один синт. Блин, где он? Прояви себя. Ага, все, я понял, где он находится. Только вот я не знаю, как туда попасть. Так, крышка. Ну и чего? Задание-то мы выполнили или что? Непонятно. Может быть, не нужно было синтов убивать? Что за дверь? Тоже не можем открыть. Кутфорд, может ты можешь замки открывать? Hey. Кутфорд, открой. Go check that out. Понял. Мысли ясна. Давайте здесь посмотрим выход. Выход, и нет никакого выхода. Так, что говорит задание? Уничтожить врагов. Зашибись. Так, где-то здесь точно должен быть выход. Вот он. Здесь мы все прочитали. Роботов здесь больше нет. Может быть, роботы на улице еще есть? Давайте там посмотрим. Так. Сейф сложный.
Печаль, беда. Так, хорошо, тогда давайте по карте. А, вот еще. Да. Сейчас прыгнем. Там три места еще показали, где враги есть. Тридцать пять метров, 31 метр. Ах ты, блин. Режь его, режь, Котсвард. Мы сейчас вот так вот положим. Котсвард, куда ты лезешь под пули, блин, придурок. Тут еще где-то был. Давай зарежь его. Готов, красавец. Что ты прикрываешься нашим Котсвордом? На тебя. Готов. Забираем. Так. Дальше у нас задание вернуться. Возвращаемся. Да. Так, спускаемся вниз, убираем оружие. I don't know. Take your time. Think it over. But remember, the synth's fate is literally in your hands. Ну и чего? Desdemona. Please, work with us instead of the Minotaur. The lives of many synths are at stake. То есть это момент выбора, с кем я должен остаться. Так, зашибись. Так, понятно. Так, инфо. Состояние. Оружие. Карта.
Так, ну у нас остается тогда вот это вот задание, потому что здесь мы его закончить не можем. Здесь именно выбирать нужно, за кого воевать. Еще устранить охотника. Ну давайте тогда в следующий раз продолжим. Большое спасибо всем, кто смотрел. Пока-пока.